Во вторник в Самарской области облачно, пройдет небольшой снег. Плюс 1, плюс 3 градуса днем, ночью 1-3 с минусом. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, днем плюс 2, ночью 2 с минусом, северо-западный 3 метра в секунду. В Тольятти на небе облака, снег, днем плюс 2, ночью 2, ниже 0, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, плюс 2 в дневное время, ночью минус 2, западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.